Очень молодежь, и они там очень круто провели время и сами так наполнились, да, что с тех пор Влада просто не остановит. Он прошлое воскресенье свидетельствовал. Я говорит, хочу и в следующее, и в последующее. Добрый день, дорогая церковь. У меня есть свидетельство. Оно тоже давнее такое. Произошло это, я точную дату даже помню. 3 мая 2017 год, город Бердянск. Это был тот день, когда я не спал всю ночь, потому что мучился. Ну, какая-то слабость была, ну, то ли простудился, то ли что, не помню. Но как-то слабость была в теле. И несмотря на все это, в то время я как раз ходил на утренние молитвы в церковь. Начиналась она в 6:30 утра. Несмотря на то, что я всю ночь не спал, я пошел на эту молитву. И что я вам скажу, что я там пережил? Я пережил исцеление. И зафиксирован не один случай, когда на этих молитвах я получил исцеление. Немало исцелений пережил я там. Там очень хорошие ребята. Церковь «Новая жизнь» город Бердянск. Я очень любил на утренние молитвы ходить. Это было самое замечательное время. Так что этим я хочу сказать, молитва творит чудеса. В молитве вы получите все, что хотите, и исцеление, и все то, что вам нужно. Аминь. За исцеление. Может, кто-то хочет, чтобы за исцеление помолились? С верой. Так он-то глазами что, все здоровы?